Всем привет! Девочки, всем привет! Кто у нас присоединяется? Мы в эфире, вроде все запустилось, подключилось. Так, я буду сейчас переключаться на режим листочка. Вот, чтобы все видно было. Настрою сейчас. Начнем. Так, ну подождем, наверное, минуточку еще, да? Кто у нас хочет порисовать, присоединиться пока. А мы с вами поговорим про композицию. Так, если вдруг сейчас у кого-то какие-то вопросы по эфиру, можете выйти и задать, пока все присоединяются с голосом. Будем рисовать с вами такую клубничку. Я вот ее переставляла то так, то по-другому, что хотелось поработать именно с тенями еще, чтобы создать впечатление такого солнечного дня, сочности, передать вот это какое-то свечение. Вот будем сегодня стараться с вами это воспроизводить на бумаге. Сейчас погляжу я с участники. Все готовы? Все с этими, с листочками, кто у нас присоединился? Так. Так-так. О, я порисов. Наташа порисов. Хорошо, Наташа. Я говорю, я порисовать не могу. А, но... Побуду с вами сегодня, да, послушаю всю информацию, подпитываю. Ну, здорово, здорово. А кто может, рисуйте со мной, да. Ну, наверное, мы с вами будем потихонечку начинать. Кто захочет присоединиться в процессе, спешить я сильно не буду. Постараюсь, по крайней мере, в таком спокойном, расслабляющем темпе работать. Так вот, рисуем мы с вами клубничку. И вот я приготовила листочек А4 небольшой, и у нас такая композиция из 3 клубничек. Ну, вот эти две по краям, которые, они просто как бы предназначены для того, чтобы поддержать нашу главную. А по идее у нас как бы две клубнички. Одна будет смотреть вот такая цельная, вторая в разрезе. Ну, и те будут так. Сильно прорабатывать их не будем. И первое, что мы делаем, как обычно, намечаем композицию на листе. А нам нужно расположить наши ягодки, и сначала мы просто ищем их расположение легкими такими линиями, не прорисовывая. Я ищу в целом расположение этого кусочка, то есть не отдельно ягодку пока рисую, а в целом ищу, чтобы они у меня не выскочили потом за пределы моего листа. Как бы такой вариант тоже возможен, чтобы выскакивали, но это надо, чтобы они не случайно выскакивали, а если вам для какой-то цели так необходимо сделать, потому что бывают композиции, когда на вылет идут какие-то объекты. Как бы такой вариант тоже возможен. Но в целом сегодня хочется их как бы вместить в формат. И немножко я ее разверну. Вот она меня совсем почти прямо смотрит, а я немножко по диагонали поставлю, чтобы больше динамики было. Фотографировала, по-всякому пристраивалась и так, и сяк. Мне хотелось, чтобы у меня тени как бы вниз шли. И как-то ягодки так расположить. И не получалось, на самом деле. Проще нарисовать иногда, чем сфотографировать под нужным углом. У меня то тени куда-то уходили не так, как мне хотелось, то ягодки там, этот, близко же они, крупные объекты. Ну, в смысле, наоборот, не крупные, а мелкие объекты. Объектив их у телефона ловит не так, как хочется. Он то слишком приближает, какую-то огромную делает, то, наоборот, маленькие делает, короче. Такой непростой процесс получился. Смотрите, рисуем. Вот я сделала ей какую-то осевую линию, чтобы примерно одинаково с двух сторон нарисовать. У нас как клубничка какую форму имеет? Она такая широкая в верхней части, такая прям пошире-пошире. Можно себе начертить, если глазомер не сильно еще надеетесь на него. Внизу сужается вот такой вот конусик. Если осевая линия есть, проще будет нарисовать.
Ну, как бы, здесь не то, чтобы сложное построение, поэтому рисуем сразу на акварельном листе, чтобы экономить время. Немножко уж, если криво будет, поправим чуть-чуть. А, да, рисуем на хлопковой бумаге. Ну, конечно, желательно, потому что целлюлоза вот в этой технике плохо себя ведет, и чаще всего именно расстройство при работе акварелью по мокрому из-за того, что выбрана не та бумага. Ну и получается вот такая форма. Здесь пошире, здесь поуже. Если чуть-чуть криво где-то, ничего страшного, потому что ягодки бывают всякие разные. И не обязательно сильно ровные. Поэтому в целом только смотрите, чтобы вам эстетически доставляла она удовольствие. Можно нарисовать сразу ей вот этот черенок такой немножко. Я его неровно сделала, не как на фотографии, а немножко так вот. Какое-то движение дала тоже. И листики. Листики тоже здесь, смотрите, есть немножко листиков, которые как бы немножко отгинаются. И это можно преувеличить для того, чтобы тоже как-то было интереснее. Допустим, пойдем вот так листик пойдет. Вот так и сюда загнется. Можно какой-то там еще, пусть загибающийся выглядывает. Вот так. Здесь у нас впереди отгинается. Тоже нарисуем его только покрупнее. Ну, чтобы они такие танцующие были. Когда мы видим в натуре какой-то такой интересный момент, мы всегда в рисунке его можем преувеличить. Акцент дать посильнее. Ну, примерно так. И что у нас там дальше? Следующие ягодки, они как бы держат эту ягоду, на, чтобы она была в таком положении, в наклонном. А так иначе бы она совсем легла и некрасиво получилось бы. Поэтому вот она облокотилась, у нас другие две ягодки. Мы немножко так их наметим. Тоже там можно какие-то листики показать. Немножко так. Но это ягодки будут не слишком такие прям важные. Я их не буду внимания им большое уделять, чтобы они не отвлекали тоже внимание от главного персонажа. Так, тоже листики немножко показываю. И вот этот черенок так сделаем. Здесь можно листики так тоже растрепать. Делать заливку, они, видите, светятся. Здесь листики получатся как будто и такой тоже цветовой акцент света. И будет у нас как бы заход в композицию от этого угла и сюда продолжение. А вот эта ягодка будет такая самая главный персонаж. Поэтому сейчас надо подумать, как нам ее расположить. Наверное, вот сюда немножко. Двинем ее. Так, вот сюда. Так. Наверное, вот так, да, под углом тоже. Сделаем немножко ее. Нет, слишком. Немножко поменьше угол сделаем. Такой угол. Такая самая светящаяся, акцентная. Поэтому тоже надо смотреть, где мы на листе ее располагаем, чтобы она не была прям куда-то смещена сильно, потому что она реально такой главный персонаж. А все главные персонажи мы в композиции располагаем не в углах картины, желательно даже не в самом центре, а немножко в третьей смещенные, по идее. Поэтому ее... Но я ее сильно сместить не могу прям в треть целиком, потому что у меня от нее тень, которую я хочу тоже прорисовать. И если я ее как бы смещу сюда дальше, то у меня тень выскочит. А мне хочется, чтобы у меня тень тоже как весь вот этот персонаж с тенью попал в лист. Поэтому вот я ее сильно не буду смещать в треть. А сюда вот центр и треть захватит. И начнем тоже прорисовывать. Вот это шире. И смотрите еще какой момент. Она немножко как бы наклонилась на нас, да? Но хочется немножко как бы поднять. Поэтому вот эта часть у нас будет чуть больше, вот этот отрезочек, а вот этот чуть меньше. Это как перспективное сокращение. Здесь она будет у нас пошире смотреть на нас, а там будет поуже вот эта часть выглядеть. Поэтому немножечко вот ее так построю. Раз, а это пошире. И сходится таким сердечком. И здесь тоже можно с листиками поиграть как-то. Помоделировать. Так. Так, можно даже черенок какой-то тоже сделать такой.
какая-то здесь листик, может, там выглядывать что-то. Что-то в этом роде. И немножко ей сделать эту часть, которую мы не видим, чтобы она облокотилась. Так. Видно было, что не совсем она у нас сверху, это немножечко как бы сбоку мы смотрим на нее, поэтому ей вот этот край немножко показала. Ну и дальше здесь будет тень. Можно, конечно, подрисовать, можно не рисовать, сразу красками. Потому что тень у нас здесь будет частью композиции, они тоже такую будут роль играть, акцентную. Прям хочется вот эти листики показать на тенях, чтобы создавать именно такое ощущение солнечного дня, каких-то вот этих солнечных зайчиков. Поэтому так немножко тень тоже намечу. Лишний карандаш мы уберем. А, ну еще не уберем. Еще же серединка не нарисовала. Как раз центр. И здесь где-то вот эта часть, которая такой неправильно немножко форма. Пусть такое будет. Или сильно не будем искривлять. Теперь у нас типа больше же коммерческая история. Поэтому поровнее сделаем. Еще у ягодки здесь есть такая мякоть. Тоже вот серединка немножко светлее. Со стороны мякоти потемнее. Можно тоже себе наметить сразу. И еще у нас эти семечки по ягодке по всей. Эти семечки мы будем намечать маскировочной жидкостью. Если маскировочной жидкости нет, то тогда будете потом сверху делать белилами. Два варианта. Либо белил немножко использовать, либо маскировки. Потому что каждую семечку обходить во время рисования, ну, это слишком долго у нас процесс будет занимать времени. И чтобы эти семечки нарисовать, я сделаю себе вспомогательные такие линии, каким они идут. Я смотрю, ловлю линии, да, вот она семечка здесь пошла, вот так идет рядочек, сюда закругляется, рядочек расширяется, закругляется, семечки наложены, поэтому вот эти можно полосочки себе еле-еле нарисовать и по ним проложить семечки. Так, вот я сделаю их, и по ним можно нарисовать семечки. Семечки еще получается, что вот здесь с краю их как бы чаще они расположены, почаще примерно. Я прорисовывать их не буду сильно, просто намечу, чтобы мне видно потом было. Здесь немножко к центру пореже. Форма у них как вот так, у семечек такая вот симпатичная. Можно было сразу маскировкой их наносить, чтобы на карандаш время не тратить. Ну, как бы, вдруг кто будет работать гуашью, нанесите карандашом, чтобы видно было потом. Здесь, наверное, слишком редко поставила. Можно, да, собирать просто без линии уже, почаще сделать. На самом деле, они не так, чтобы прям сильно строго по этим линиям располагаются. Я смотрю, что где-то они выбиваются, где-то там реже, там чаще расположены. Где-то семечки побольше все-таки. Нет тут идеальной геометричности, так как это живой объект. И как в любом живом объекте бывают разные нюансы. Поэтому примерно себе помогли эти линии, а потом уже располагаем, сильно на них не опираясь. Самое главное, что вот несколько вот этих ярких в серединке, которые будут прям совсем светлые, их указать, потому что на них будем наносить маскировку, и они светятся у нас. А вот те, которые в тени, которые будут темнее, они не особо важны, потому что их можно потом кисточкой потемнее это немножко капнуть. И семечки мы будем наносить только вот на эту кисть, на главную нашу ягодку. Те даже можно не рисовать, потому что мы там немножко белилами их засветим в конце, сильно не прорабатывая. А вот это самая главная ягодка важная. Так. И будем лишние линии стираем, чтобы они нам не мешали.
карандаш, это резинкой сильно не трем, если у вас бумага мягкая, то есть если вы работаете на какой-нибудь Малевичем, особенно или Палаццо, то уж лучше сверху карандаша потом уже рисовать акварелью, чем тереть резинкой. Иначе бумага травмируется, и будет такое ощущение всякой потертости. Краска будет собираться не так, как хотелось бы, растекаться. Я вот смело так стираю, потому что у меня балахонка, она жесткая бумага, и она резинку хорошо терпит. Ну, тоже даже линии построения, они даже мешают. Не скажу, что они сильно мне... Так. Ну, тут тоже лишний карандаш убрать. Лучше клячкой. У меня просто клячку куда-то задевала. Под рукой нету, поэтому резинкой орудую. А так подтереть лучше лишний карандаш клячкой. Оно помягче. Травмировать так не будет. И в целом убираем лишние линии, если где-то нанесли, чтобы черноты не было, потому что нам наша задача сделать эти ягодки светящиеся. А если грифель там сильно наложен и будет такая грязнота, то уже свечение вряд ли получится передать. Так, и сейчас наша задача донести маскировку на эти семечки. Я не буду сейчас ждать никого, а нанесу быстренько, чтобы у меня она подсыхала. А потом будем поговорим о цветовом решении, пока разберемся, пока она подсыхает. Поэтому вот сейчас сразу я приступлю. Потому что понятно, что кто-то будет позже заканчивать уже. А мне надо, чтобы меня сильно потом не ждали, пока мне эта маскировка высыпнет. Маскировку наносим кисточкой, которую не жалко. Именно лучше завести кисточку для нее отдельно, потому что она кисточки портит. У нее такая тоненькая, иглообразная. Это я наношу на семечки. Наносим только, в принципе, на семечки. И, может быть, вот этот бличок показать, который вот здесь я его не нарисовала. Вот здесь у нас самое светлое место. Вот так идет от семечек. Сюда пошел блик. Вот так он обходит эту семечку, как бы вот так собирается. Так обходит, вот сюда собирается. Вот здесь тоже можно немножко показать с этой стороны также. Ну и, в принципе, вот здесь с этой стороны немножко блик. Блик тоже можно зарезервировать вместе. Вот семечку зарезервировать и блик вот так обойти аккуратно. Чтобы уж точно у нас остался этот блик. Здесь семечку обойдем вот так аккуратно. Так-с. И дальше семечки. Смотрим по краю, тоже они у нас блестят, поэтому можно вот даже, не опираясь на карандаш, где-то почаще сделать их. Раз, раз, раз. Одним прикосновением. Прикоснулись, и все. У вас там какая-то семечка выделится. Так. Здесь прикоснулись, здесь. С этой стороны, с дальней. Там семечки даже темнее, поэтому с той стороны мы их делать, резервировать не будем. Только вот со световой части, где они прям блестят. Ну, по референсу видно, да, докуда блестят семечки вот так. А вот эта часть нету блеска. Такс, такс. Такс, такс, как здесь. Так, ну что еще? Ладно, здесь делать уже несколько семечек. Не хотела. Пригодятся. Ладно, и на это тоже несколько штучек. Можно указать, чтобы потом белилами сильно не лазить. Так, чуть-чуть. И еще хотелось бы сделать несколько таких бличков на вот этой ягодке. Видите, такие солнечные блички есть. Можно тоже их немножко так сделать.
зарезервировать. Я потом покажу, как, конечно, кисточка работает, чтобы они образовывались, но здесь такой вижу, что яркий красный с оранжевым. Если с первого раза не получится тон набрать, то потом-то мы их закрасим. Поэтому резервирование поможет сохранить вот эти солнечные лучики света, блеск в сочность этой ягодки. Поэтому вот немножко покапаем. Но не переборщите. То есть, если слишком много будет, то это не будет смотреться как блики, а глаз уже придумает себе что-то другое. Тоже какие-то семечки просмотрят. Так, ну и все. Маскировка нанесена. Если, допустим, получаются какие-то такие прям объемные капельки, типа вот как у меня получилось вот здесь, да, я могу взять салфетку и аккуратно их подсобрать, потому что иначе они очень долго будут сохнуть. Я впитываю в салфетку аккуратно. Она остается маскировка, но просто уходит лишняя влага сверху. Поэтому я подпитаю некоторые свои выпуклые, объемные эти мазки, иначе я не дождусь, пока она высохнет. Здесь тоже. Ну все, пока она сохнет, поговорим с вами про цвета, которые будем использовать для этой работы. Так, возьму листочек какой-нибудь. Сейчас. Отодвину. И возьмем. Смотрите, для самых таких теплых мест я заявила там, по-моему, писала, да, набор красок. Золотистую темную заявила и гераневую красную. Почему? Они прозрачные краски, и если их тонким слоем наносить, то они как бы будут просвечивать бумагу и давать дополнительное такое свечение. Если взять какие-то кроющие краски, то этого будет трудно достичь. Поэтому вот немножко их смешивая, потому что гераневая краска, она достаточно такая холодноватая, а вот немножко золотистая в смесях, она будет давать такое свечение оранжевое. Ну и там, конечно, понятно, что будем где-то наносить ее погуще, саму красную. И вот такие смеси будем использовать для светлых частей ягодки. Где потемнее, там похолоднее надо. Вот возьмем кармин, например, и розовый тоже будет, где со стороны более холодной. И тоже розовый подсмешивать с гераневой. Будут вот эти переходы такого более холодного красного совсем в розовый. А когда нам нужно будет прям темные места подчеркнуть, то можно взять тот же погуще розовый и немножко зеленого добавить в него. Будет такой. Только не переборщить с зеленым, чтобы не было сильно глухого цвета. Он будет такой темный, вот видите. Самое главное, зеленый не переборщить. Вот эти нюансы смешивания, когда мы делаем, то тут важно, чтобы грязь не мешать. Это именно количество цвета того или другого. Если глушить надо там красный, потемнее сделать, то мы добавляем. Я сейчас покажу. Берем, допустим, этот розовый, я замешиваю. И добавляю капельку зеленого. То есть, смотрите, я беру на самый кончик. И смотрю, вот отсюда как бы подмешиваю, добавляю аккуратно. Потому что если чуть больше добавить, будет какая-то вот грязь. Мне нужно просто, чтобы у меня был по потемнее тон у красного. Можно вот этот гераний тоже добавлять также сюда же, чтобы вот такой он был более густой. Так, дальше что у нас там еще по смешиванию? Это будет у нас холодные акценты. Я кобальт бирюзовый просила приобрести для этой работы. У нас он будет в фон, во-первых, добавляться. Где-то, может, в ягодку такие холодноватые, там, рефлекс добавим. Потому что знаем, да, что у нас есть освещенная часть, здесь она теплая у нас, а теневая часть будет в данном случае похолоднее. И тени такие, они, смотрите, немножечко как бы розоватые и синеватые одновременно. Поэтому вот я хочу попробовать использовать розовую дымку.
вот эта краска, она распадается на розовый и синий. То, что там в составе, по идее, розовый и ультрамарин. Можно, по идее, их смешать, но когда производитель производит краски, и как-то он по-другому смешивает, и они сильнее распадаются, чем при смешивании... Так, минуточку. Знаете, еще надо еще посмотреть. Не так, что у меня есть 50 тысяч меньше, чем 50. Так, мне кто-то тут заговорил, или что случилось? Минутку, что-то у меня тут происходит. Так, отклонить. Ничего не выпало я из эфира. Все нормально, то мне тут начали звонить. Вроде все идет. Так, ну и дальше. Ага, все хорошо, замечательно. Ну и дальше. Вот эту розовую дымку я использую. Если у вас розовой дымки нету, то берете ультрамарин и добавляете в него, допустим, вот можно красный немножко добавить, чтобы он приглушить его. Можно вот этот розовый немножко добавить, чтобы вот он именно приглушенный был, не совсем яркий синий. Еще можно бирюзовый тоже добавлять сюда, там, в эту лужицу. Ну, потом будем делать фон, я буду показывать. А так вот розовую дымку можно попробовать. Так. У меня вроде подсохло. У меня подсохла моя эта картина. Вот, я взяла красную. Теперь смачиваем, приклеиваем, чтобы лист у нас напитанный был водой. И я хочу просто положить как можно больше тона сразу с первого раза, чтобы не было эта работа послойно не выполнялась. Поэтому проще будет, когда она, лист смочен с двух сторон, он будет дольше давать нам времени для работы. Но саму работу будем вести как бы сверху по верхнему сухому листу. Поэтому сейчас смотрите. Мы его хорошо с обратной стороны промачиваем. И еще такое замечание, что подобное смачивание можно производить только на хлопке. Конечно, никто не запретит смочить так целлюлозу, но будет сложнее работать, она может вестись катышками всякими. Ну, так. Такая себе история. Поэтому, если вдруг вы пишете на целлюлозе, то лучше, в принципе, с обратной стороны не смачивать, а как-то приспосабливаться. Немножко в другой технике работать просто. Я ее так. Здесь и прилепим. Смотрим, чтобы ровно было на экране. С лицевой стороны сначала тоже промачиваю, чтобы у меня просто бумага питала в себя эту воду. Особенно вот у меня балахон, он не так легко впитывает первый слой воды. Бумага жесткая, она любит сопротивляться смачиванию. Поэтому ее надо так поагрессивнее. Конечно, комфортнее всего работать на какой-то иностранной бумаге. Там Сандерс, какой-нибудь Синелье. Они прям созданы для влажных техник. И по ним даже по-другому краска растекается, такая бархатистость появляется. Ну, комфортнее гораздо работать. Ну, на балахонге, в принципе, тоже можно. Я к нему уже привыкла. Мне когда, особенно всяких таких скетчевых работ рисуешь, как бы использовать сильно дорогую бумагу, то и жалко, потому что все эксперименты. Ладно, когда там уже готовая работа на выставку, еще можно. То, что конкретно уже будет использоваться, всякие опыты. Хочется что-то попроще всегда. Так, промочила много-много раз. Чуть-чуть подождем секундочку, чтобы консульват мешать будет. Что-то сегодня у нас в Петербурге солнце пропало, какая-то темнота настала. Я смотрю, что вроде как не сильно светло получается. Может, еще одна. Пробую сейчас свет включить. Светлее будет немножко.
Ну, я хожу, потому что жду, когда у меня напитается бумага водой. Потому как она нужна, чтобы она немножко проникла внутрь, прежде чем начинать работу вести. И когда я буду вести работу, я осушу сначала себе поверхность, потому что здесь у меня будут более такие четкие границы, и сильно растекание краски мне здесь не нужны. Поэтому я беру салфетку и просто прикладываю ее к своему объекту, над которым буду работать. Одну сторону прикладываю, другую сторону прикладываю, осушаю. Получается такая история, что сверху у меня будет он как бы сухой, но внутри бумага будет влажная. И поэтому, делая вот эти заливки все, у меня будет дольше времени, надо подумать, скорректировать, она не будет край быстро высыхать. Поэтому вот, по идее, можно работать и полностью по сухой бумаге, но надо тогда быть шустрее. А такое смачивание дает время на подумать. Поэтому вот работаем таким образом, чтобы сильно не торопиться. Я сушила, и получается бумага такая прохладная, но сверху сухая. И можно приступать. Берем такой красно-оранжевый, что я вам вот замес показывала, вот я его и беру. Такой смешанное золотистое темное с гераневой красной. Ну, кстати, вот эти, использование вот этих пигментов, оно сильно влияет на результат, конечно. И именно часто проблемы возникают там в грязи, в акварели, что смешивают вроде там элементарные цвета, а получаются цвета мутные, грязные. Это все происходит от того, что не умеют ориентироваться люди в пигментах. Тут как бы отдельная наука, когда какой пигмент нужно взять и смешать, чтобы получился цвет звонкий и чистый, как нам нужно сделался. Поэтому здесь надо это изучать вопросы. Где нам брать краски кроще, где прозрачные, потому что свойства акварельных красок разные. Мы, кстати, вот сейчас с Аней курс записываем, вот про это будем там много говорить в акварели. Именно про то, как правильно пользоваться пигментами, чтобы результат, добиваться нужного результата, и он нас не расстраивал. Потому что вот красный тот же разный. Кадмий красный, например, он кроющий. И вот такой прозрачности, которую я здесь я хочу достичь, с ним будет сложнее добиться, потому что он будет как бы бумагу перекрывать и не пропускать столько света. Но в то же время для других каких-то целей наоборот, стоит его использовать. Допустим, если нам где-то надо в городском пейзаже сделать свет фонаря, как бы красные акценты именно сделать, там, наоборот, вот этот гераний не подойдет, потому что он прозрачный, он будет сливаться с фоном. Ну, если вот на краску накладывать. И вот такие нюансы. Нужно в них разбираться, тогда будет проще вести работу. На самом деле, это такие даже не про рисование больше, а про физику, про свойства красок. И вот знаю, что не все про это в курсе. Поэтому интересно поизучать. Тогда сразу становится работать проще. Даже не технически, а вот именно с точки зрения, как они будут, какой они будут эффект давать при смешивании. Вот смотрите, с этой стороны я, получается, наношу такой оранжеватый цвет, а здесь больше холодный, розовый. Они мне как будут, будут сейчас вместе соединяться, но пока первый слой у меня не плотный. Ой, нечаянно закрасила свой. Ладно, другая линия будет у листика. Первый слой не плотный, я просто наношу как бы под тон, на рефлекс и на свет. И сейчас сразу я буду делать такой более тени давать, прям сразу, не дожидаясь никакого высыхания, потому что у меня здесь будет шанс поработать по-мокрому из-за того, что долго высыхает этот первый слой. И я хочу вот этот касание немножко размыть. Это как раз вот речь про касание, когда
у нас со светом идет касание, часто выгодно делать его жестко, и тогда будет акцент еще больше на этот цвет притягиваться. А со стороны тени, ну, особенно во влажных техниках, хорошо сделать касание более мягкое. Тогда сюда, во-первых, взгляд не так будет цепляться, и будет как бы ягодка заворачиваться или ложиться на плоскость. И вроде бы такое простое правило, про это тоже многие забывают, поэтому просто это помнить и сразу смягчать снег касания, чтобы она не была вырезанная, а связана была с объезд, с этим, с фоном. Кстати, когда мы делаем семиляры, тоже полезно про это знать, и не иногда так... Ну, мы там часто же делаем, не затемняем что-то, немножко связь делаем объекта со столом, если что-то ложим, типа какой-то натюрморт. Но вот это понимание как раз приходит после того, как мы какие-то натюрморты порисуем вживую с фоном, тогда проще уже вести симулирование, потому что уже это в голове откладывается так нормально. Так, дальше я набираю больше гераньево, поплотнее, и смотрю, где мне нужно уплотнить немножко цвет. С этого края немножко вижу потемнее, да, по краю. Здесь у меня посветлее, здесь дальше немножко потемнее. Поэтому начнем с этого затемнения, как бы уголочек такой здесь. И здесь уже, ну, теперь какая особенность. Первый слой положила, у меня теперь здесь влажность есть на листе. И теперь мне надо в кисть, во-первых, взять синтетику, во-вторых, много не набирать в нее воды. Вот это самое главное правило, когда мы работаем по влажной уму уже. То есть я вот так вот краску как бы размазываю, у меня в кисти немного воды, а больше вот именно пигмента. Даже если он не сильно темный, как не сильно темный пигмент сделать? Я лужицу беру и размазываю, чтобы лишняя влага ушла. Вот так. Еще можно воспользоваться салфеткой. Если нам не нужно слишком много воды. Вот я, например, набрала у меня много воды, я просто в салфетку так кисточку отжимаю, и поменьше воды стало. И тогда уже могу более так целенаправленно наложить краску. Очень удобно вот эта техника владеть и потом рисовать в иллюстрации свои. Как бы я так и работаю с иллюстрациями, когда на стойке рисую. Почему? Потому что это быстрее. Тогда мы работаем по слойному, ждать высыхания, во-первых, надо. Во-вторых, много времени там на один какой-то объект тратишь, пока эти слои накладываешь один за другим. А здесь можно основной тон набрать в один слой, как бы в один. И потом дальше уже чисто детали вторым слоем доработать и готово. Получается, скорость гораздо выше работы. И мазки дальше мы кладем как? По форме. Я вот даже, может быть, будет оштриховательно положить, но они расплываются все равно. Но по форме, то есть вот так, как ягодку, как будто я ее глажу. Глажу кисточкой. Если мы будем, допустим, горизонтально ложить сейчас мазки, то они все равно будут считываться, и форма будет нарушаться. Очень важно именно форму ловить. Если уж она немножко такая округлая, овальная, то вот так мазки и класть-то, да? Не будет потом всяких диссонансов. Хочется с этой стороны сразу положить мазок такого холодного. Возьму, попробую. Бирюзовый. Какой-то такой рефлексик. Наверное, слишком ярко. Так, немножко. Пусть будет такой холодный рефлекс с той стороны. Вот так. И здесь вот эта часть еще более темная. Вот мне сейчас надо вот эту самую темную тень, еще розового только добавлю сюда, порозовее. Так, раз. И вот это место, да, мы видим, отсюда идет вот так по кругу, самый такой темный цвет. Вот его важно положить именно сухо. То есть я набираю пигмент прям с тюбика. Но если у вас кюветки, то тоже хорошо прям его наберите, чтобы он был густой. Беру вот этот розовый погуще, немножко его глушу зеленым, чтобы он стал еще темнее. Так. Можно немножко красного добавить, но не обязательно. Такой темно-бордовый цвет. И вот сейчас будем его прокладывать, чтобы вот эту тень показать. Так. Именно вот эта тень дает весь объем.
мазками, как бы плоскостью кисточки я сейчас накладываю. Самую большую тень, где она у меня находится? Здесь у меня есть тень под листиком. Здесь так. Немножко ослабляет тон. Больше красного беру. И вот здесь дальше с красным проложим. Дальше еще больше красного. Кисточку не промывая, просто набираю больше красного. И вот здесь немножко покраснее. Смотрим, как он идет. Сейчас, конечно, мазки некрасивые, но сейчас мы их разровняем. Поэтому сначала проложим. Такс. Так, так, так. Здесь немножко еще капнуть. И теперь немножко надо их разровнять. Можно кисточку подпромыть, подвытереть и просто если так аккуратно подразмыть. Не то чтобы с водой подразмыть, а просто такая кисточка влажная, отжатая об салфетку. И вот я аккуратно разравниваю вот эту заливку, чтобы она смотрелась более так натурально. Заворачивалась, чтобы ягодка. Так, сюда ухожу. Сюда. Добавляем. И вот здесь хочется немножко еще красоты добавить. Тогда смотрим в целом, как у нас получается. Где-то, может быть, тона не хватает, где-то, может... То есть пока у меня здесь все влажно, я могу в целом легко оценить свои тоновые отношения, когда у меня нету просохшего половины слоя, а именно, что оно высохнет, и будет примерно одинаковое. Поэтому сейчас я смотрю на данном этапе, чтобы вот завершить где-то тональную раскладку. Конечно, можно потом будет еще что-то притянить, но удобно, как я уже говорила, тон брать в один слой. Тогда это будет по времени выгодно. Сокращать время для работы. И здесь еще немножко хочется рефлекс выделить. У меня пропал весь, а он там есть. Поэтому я кисточку просто промыла и немножко подвыберу. Это место так возьму и пройдусь. Так вот, так вот. И сюда так зайдем рефлексом. Чтобы был рефлекс, тень и светлая часть. Ну и пока оставим. Потом, если что, подровняю немножко. Немножко здесь еще. Или прикасаюсь кисточкой, пройдусь. Так, пока отстанем от этой ягодки, перейдем к следующей. Можно, в принципе, заложить светлые части, ну, раз мы уже ягодку-то делаем, сделать сразу вот эти зелень. Берем зеленый и немножко туда добавляем золотистого, вот этого темного, ну, чтобы лишние краски не использовать, будем в ограниченной палитре здесь работать. И светленький такой цвет, получается светло-зеленый, я вот сюда заложу. Даже можно еще светлее, чтобы светилось потом это все. В принципе, конечно, можно было бы использовать немножко позвонче зеленый, добавить немножко желтенького. Какой-нибудь ауралина тут. Глухой получается совсем, если уж так. Использовать только золотистый для смеси. А тут хочется прям немножко сияния какого-то. Давайте добавим с желтым смешать, и он получается такой более веселый. Здесь главное сейчас заложить светлые части, чтобы они даже если высохнут, будут потом светиться. А нам важно, чтобы вот этот солнечный свет передать, чтобы части светились. И совсем светленький тон. Чем плотнее мы краску накладываем, тем у нас меньше свечения будет, даже если краска светлая. А вот когда тон просвечивает бумагу, тогда это свечение передать проще.
Так, мы пока темноту закладывать не буду в этих листиках, потом это сделаем. Этот листик можно сразу перевести. Тоже положим светленькие части. Так. Сюда, сюда. Немножечко красненького капну на черенок. По идее, особенно в зелени ягодок, это сильно хорошо видно, что связь есть это зеленого цвета на листиках и красного цвета на ягодках, что они там и на листиках эти красные акценты появляются. Так же, как и зеленая часть, зеленый мы замешивали в тени на ягодках. Всегда в природе все взаимосвязано. И вот эту ягодку делаем. Делать ее немножко надо похолоднее. Не надо такой яркий акцент делать, как мы здесь сделали. Чтобы она не была таким по насыщенности, такой же, как эта ягодка. Иначе будет внимание тоже на нее притягиваться, а нам это не нужно по задумке. Здесь нужно все внимание к этой главному персонажу. Поэтому я намерена, даже она по референсе она светится, но мне не нужно это свечение передавать. Поэтому просто она нужна для того, чтобы подчеркнуть свечение на этой ягодке. Такая вспомогательная. Вот бывают главные персонажи, да, бывают персонажи для того, чтобы подчеркнуть красоту главного персонажа. Сразу на ум приходит. Как это? Господи, поговорка раньше ходила. Когда там красавицы все выбирали специально подружек, не столь ярких, чтобы свою красоту подчеркивать. Это в фильмах, помню, раньше было, в молодежных. Жестоко, да? Вот. Мы с вами поступаем примерно так же, когда выделяем главный объект, приглушая второстепенные, чтобы этот главный еще больше стал красивше. Поэтому такой будет он более приглушенный. И можно сразу тоже тень добавить. Того же замеса. Здесь немножко еще просто потемнее сделать. Пусть растечется. Даже то, что она стекается немножечко с листиками, это ничего страшного. Наоборот, как бы вот это соединение акварели в второстепенных предметах, что не так все вылезено, как в главном персонаже. Будут добывать дополнительную такую какую-то живость. Конечно, хотелось бы здесь, чтобы не затекали. Берем. Листик вот этот все-таки надо прям выделить. Если у меня затечет, придется белилами залазить. Вот так вот спасаем вот этот персонаж тоже. И вторая тоже. Тоже такой более холодный. И не доходя до листочков рисую, чтобы у меня у листики главного персонажа эта краска не затекла. Поэтому я даже оставляю немножко беленький кусочек, так как они влажные. Если даже немножко я прикоснусь к ним, краска затекает. Поэтому такой где-то беленький орел оставлять приходится. Но все равно затекла, да? Водичку. Так, и проходим, проходим. Закругляем. Чинь-динь-динь. Так, здесь у нас в местах соединения двух объектов. Вот, допустим, у меня у нас эта ягодка и вот эта ягодка. Мы всегда смотрим эти места касания. Какая из них светлее, какая темнее. В данном случае вот это темнее будет. Поэтому... Здесь мы слишком тон не напрягаем, чтобы у нас был шанс там, добавить один мазочек на эту ягодку, и она стала темнее, добавлять при этом не черный цвет. Поэтому и здесь не будет слишком такой темный цвет, чтобы это достичь нам. Но даже всегда, когда рисуете какие-то любые иллюстрации, всегда надо идти смотреть места касания. Они места касания могут быть же не только, допустим, у отдельных ягодок, а также там виноград мы рисуем, гроздь. Там тоже всегда места касания отдельных ягодок друг дружки есть. Либо цветы рисуем, там места касания у лепестков. Тоже полезно смотреть это сразу и уточнять, где
темнее лепесток добавлять, там тени сразу, светлее оставлять. Не затемнили и затемнила, и немножко сразу размою, чтобы здесь не было акцента внимания потом в дальнейшем. Пусть немножко затекает, ничего страшного. То, что у меня розовый здесь получается, такой подтон на тени, это ничего страшного, потому что они на самом деле сильно рефлексируют. Рефлекс такой дают розоватый на плоскость белую. И этот рефлекс бывает не сильно видно невооруженным взглядом сразу. Но если присмотреться, прям хорошо видно разницу, если тени от чего-то другого и тени от ягоды. От ягоды тени будут такие более красные, розовые. Так, ну здесь на самом деле нам не надо рисовать, потому что будет фон светлее, чем эти листики, конкретно у этой ягодки. Поэтому можно не рисовать сразу. Здесь, ну, здесь подчеркнем потом, то, что сейчас будет сильно размываться. Так, ладно, пока пусть так будет. Перейдем к этой ягодке. Теперь тоже надо хорошо промыть кисточку, хорошо промыть, взять вот чистенькую краску. Это такой важный момент, потому что здесь прям все должно быть светленькое. И мы разводим сначала вот этот наш цвет, который теплый был, немножко золотистый. И чуть-чуть красненького, прям совсем вознисто разводим, чтобы не было там, можно даже проверить отдельно. То есть вот так вознисто, совсем светленько, потому что тут, видите, почти белый свет. И вот этим почти белым мы можем сделать вот такие движения, как бы плоскость, кисточку плоско кладем и вот так вот чинь проводим, чтобы оставались какие-то вот такие фактурки. Хорошо так проделать на какой-то бумаге, которая имеет фактуру. Конечно, сложнее будет, если гладкая. Но когда есть фактура, мы как раз пропуски делаем такие случайные. Этого будет потом свечение образовывать. Ну, как бы не свечение, а такие. У меня же мякоть такая какая-то пористая. И как раз вот эту пористость передать в таким движением можно. Так, ну, здесь. Так, посерединке там, да, еще что-то. Ну, где получилось, там получилось, да? Не получилось, ладно. Будет без пористости. Но она тоже не везде есть. Тоже смотрим. Вот здесь я вижу пористость есть. Там вот чуть-чуть было. А вот здесь уже особо-то и нету. Это тоже будет у нас центральная, более темная часть. Пока я ее не рисую. Пока сделаем края, а потом к центру вернусь. Дальше что у нас здесь? Здесь у меня же еще была маскировка, поэтому какие-то светящиеся штучки выделятся в итоге. Теперь уже немножко погуще, но в то же время тоже не слишком густо, чтобы сохранить свечение. И получается, мне нужно положить мазочек, чтобы вот эти беленькие штучки как бы... Кладем сейчас мазочек такой более светлый, а потом будем еще красного добавлять. Как бы внутренность мы сейчас первым движением накладываем. Так, и теперь надо поймать форму, во-первых. Так. И прокладываем этот мазочек. Оставляя тоже где-то эти... Блики оставляю синтетикой, сильно не прижимаюсь, а как бы вот таким штриховательным движением. У меня фактурная бумага, они, конечно, прекрасно оставляются. Если у вас бумага гладкая, то, конечно, так не получится. Но спасут именно эти, наша маскировочная подкладка. И здесь также. Бэмс можно так побольше. Экс. Хочется сделать такую сочную, чтобы захотелось скушать.
Так. Там, по идее, конечно, есть такие более холодные какие-то касания, но я их делать не буду сейчас, то иначе холодным цветом залезем, и будет уже такая мутность лишняя. Поэтому просто водичкой где-то повыбираю вот эти светлые места и оставлю так. Пусть они просто будут светлее. И пока, ну, сразу можно сделать эту часть похолоднее, которая будет с плоскостью соединяться. И сразу мы ее размоем. Тоже сюда вот так. Тень обычно вплавляется. А теперь наша задача сделать еще поактивнее вот эти места красные, которые там есть. По краешку сильнее красный и где-то полосочки красного. Поэтому беру я уже гераневый, без золотистого. И начинаю делать акценты. Опять беру на кисть более густую краску, потому что здесь все влажно. Если я возьму с водичкой, то будет все расплываться. Тень. Немножко так. И вот как бы формирую вот эти места такими мазочками, оставляя беленькие прожилки. И вот немножко заходя такими полосками. Пока влажно, они будут растекаться, и более-менее это будет все гармонично смотреться. Ну, как, типа как там есть. Где-то больше, где-то меньше, и на самом деле так и нужно. По-сухому это сделать сложнее будет уже. Надо будет прям точно выверять все и долго как бы наносить, размывать. Дольше процесс гораздо, чем вот мы так раз по влажному проложили. И здесь тоже сделаем акцентик такой раз. Где-то тонение прям видимое. Здесь я вижу такую длинную. И там уже такие более-менее соединяются, не сильно видно. И здесь немножко посильнее тон тоже красненького кладем немножко больше. Потому что тут вот я вижу, серединка прям светленькая, высветляется, да? А эта часть немножко все-таки не такая светлая. Поэтому сюда здесь вот так вот красненьким тоже прохожу. И теперь надо вот этот центр тоже залезть. И такой более... Тоже берем красный, немножко даже туда розового подмешиваем. И вот эту центральную часть. Такую красную. Сейчас. Тоже полусухой кисточкой с колером. Так вот заходим. И формируем. Больше красного надо, потому что она такая прям светится сочным красным цветом. Я, может быть, по скорости не знаю, как работаю. Для кого-то покажется, что быстро, но вы работаете в своем темпе. Здесь не нужно слишком спешить, она долго будет сохнуть, эта ягодка. Поэтому, если не успеваете за мной, то просто медленнее все делайте и все. Потом можно в записи досмотреть, доделать работу. В этом плане, наверное, удобно, когда работаешь по уже готовому уроку, то можно его на паузу ставить. А здесь в эфире это получается. Пытаются за мной успеть люди. Для кого-то, наоборот, медленно работаю, как бы у каждого скорость своя. Чикс. Так, и вот здесь еще напряжение надо тона сделать побольше, вот именно по этому краю. Поэтому то, что к нам ближе, оно всегда насыщеннее, контрастнее, темнее там или светлее, в зависимости от того, что мы рисуем. Чаще темнее, конечно.
Поэтому пока мы эту сторону не сделаем более материальной, она будет выворачиваться, ягодка. Надо поэтому ее доработать, потому что у меня здесь прям такие яркие акценты получились. Немножко я усилила эту линию, а то, наоборот, можно ее так... Ой, нечаянно капнула, вот видите? Капнула аккуратно, сейчас уберу сразу. Ну, подразмою. Так. Вон теперь листики эти тоже, которые светлый-светлый. Берем и немножко формируем то, что будет светиться в первую очередь. А потом тень уже попозже сделаем. На самом деле тень от листиков можно дорабатывать уже после того, как сделаем фон. Свет заложим, и все. Потом уже листики это будут как детали. Будем собирать, когда в целом всю работу. И в принципе вот. Первый получается не подложка даже, это уже основной набор тона мы сделали. Потом будем только нюансно смотреть, где там не добрали, немножко будет доформировать. И это все смотрится уже на том этапе, когда сделан фон, чтобы, потому что фон должен быть связан с объектами. И бывает, нужно какие-то тона или цвета наложить. Так, а для того, чтобы сделать фон, нам нужно взять кисточку флейц, либо там какую-то побольше кисть. И сначала сделать смочить листик. Мы ягодки делали по-сухому, накладывали, а фон мы будем по-мокрому наливать, чтобы у нас он красиво растекался. И здесь важный момент, когда мы смачиваем бумагу для фона, мы не подходим к нашим объектам хотя бы на пол сантиметра. Иначе будет все затекать на них, и будете расстраиваться. Поэтому проходим смачиванием, не доходя до объектов. В том случае, да, если у нас такие мелкие всякие листики, мы просто вот так вот делаем аккуратно. Не подходя там прям близко, здесь уже подойдем по-сухому сразу. Просто здесь все смочили. Так, раз. Пол сантиметра оставляя вокруг ягодок пространство. Здесь так аккуратно подмочили. А здесь мы уже подлезем кисточками и доработаем. Так, так. Вот так, примерно так. Теперь мы какую-нибудь палитру чистую, без красного, чтобы сразу грязь не намешать сильно. Фон тоже накладываем мы какой-то кисточкой пошире, не вот этой маленькой синтетикой, которую пользовались для ягодок, а что-то такое надо, либо круглую можно взять пошире, просто там с мягким ворсом желательно. Допустим, круглая буду орудовать. И берем немножко бирюзового возьмем. Нам надо сделать два подтона, более такой холодный, с бирюзовым смешанный. Бирюзовый возьмем. И немножко вот розовую дымку я добавлю. У вас, если розовой дымки нету, то вы добавьте немножко ультрамарина. Чтобы был такой цвет синеватый. И можно сразу его где-то заложить. И смотрите, мы, допустим, сюда в фон я его закладываю. Я потом еще буду его перекрывать темными какими-то. Ну вот я подложу и где-то делаю пропуски. То есть так вот легко боком кисточки мы проходимся и оставляя какие-то вот такие светящиеся штучки. Так как задумка сделать, передать какое-то свечение. Сейчас больше дымки возьму розовой. Меньше бирюзового, больше розовой дымки. Ну и здесь тоже сделают розовый больше. Фиолетоватый пусть будет.
Я вот здесь подойду вот этим фиолетоватым цветом аккуратно к объекту сразу, потому что потом подойти не получится, это будет все выглядеть неестественно. Поэтому вот если что-то мне надо так вот обойти, то это надо делать вместе с заливкой, не отдельно. И здесь тоже подхожу аккуратно так высветляю. Можно, не доходя прям там буквально миллиметра до ягодки, чтобы на нее не затекло сильно. Здесь в целом будет потемнее, поэтому сюда пока не буду. Меня интересует дальний план сейчас. Где-то оставлять даже белые кусочки надо у этих, у зелени той же, чтобы, ну, это такие будут, как блики какие-то, солнечные зайчики. Поэтому где-то я прям не подхожу, чтобы они оставались. Будут живенько смотреться в итоге. Здесь немножко тоже сделаем так. И это получается подложка такая более светлая и не материальная, не сильно, да, как вы видите. Мне надо сделать потом еще более темную надо нанести. Это я просто сейчас намечаю где-то места, где мне будет тон фона. Намечаю места, где наоборот я оставлю свет. Вот эти места оставлю, пусть светится. И сейчас будем закладывать такую более насыщенную историю. Беру я розовую дымку, разложу ее погуще себе. Но он будет слишком прям такой термоядерно-фиолетовый, скорее всего. Поэтому, чтобы ее как-то приглушить, можно сюда добавить чуть-чуть, допустим, той же. С одной стороны, добавим вот такой мутности в виде золотистой, темной. На самом деле она выглядит в смеси такой достаточно мутной, но потом, когда она уже там уляжется и загранулируется, то будет выглядеть более-менее нормально, я проверяла. Потому что краска сама по себе, как я говорила, уже прозрачные свойства имеет, и она так сильно мутность не дает в итоге. И можно сделать похолоднее, нанести там будет еще ультрамарин больше подложить. Пока сделаем потеплее места. Где вот эти теплые места сделать? Во-первых, можно сделать более теплые тени. Видите, ну, какой сейчас смотрится, прям темный. Но так как у меня это гранулирующая штука, она будет распадаться, немножко светлеть. Поэтому вначале смотрится гораздо темнее, чем будет в итоге. Вот, и здесь как бы хотелось бы, чтобы так, не затек фон на ягоду, на самое главное. Поэтому вот это, за этим надо последить. Он прям хочет. На эти пузы текает. Они должны слиться с ним. Даже специально его сюда занесу. Здесь где-то промежуток, рефлекс оставим. Так, чик-чик, чик-чик-чик. И сразу я им рисую какие-то вот такие вещи, типа там выглядывает зеленушка вот это, например. Такие резные тени. А эту сохраняю краешек, где могу, чтобы она выделилась своим краем. Так, ну пусть будет так вот тень. И сразу на эту перейдет. Здесь даже можно такой дать где-то по насыщеннее розовый. И тоже самое главное нарисовать вот эти штучки всякие. Чинги. Чтобы была такая тень интересная, резная. А здесь мы прям
Сплавляем вместе с ягодкой. Фон ее. Потом можно подчеркнуть еще более такой плотный тень возле ягодки. Сейчас мы просто как бы списываем ее. Так, и сюда пошла. Ну, у меня крупновато получилось что-то. Можно немножко как бы убрать, то я что-то переборщил. Так. Ослабить. Вот, немножечко ослабим. Какие-то внизу такие пятна. Так-с. И здесь тоже где-то напряжение сделать. Это место тоже хочется ослабить. Ослабляю, я просто кисточкой беру, влажной, чистой. И убираю лишнее напряжение, где на тон останется, как бы, но не такой будет темный. Также это можно кисточкой так залезть и уже в фон, это в готовую тень, где-то там пятнышки поставить. И она тоже как-то будет своеобразно расходиться. Так, и на переднем плане тоже надо сделать какую-то вот такую историю, чтобы это все более-менее связывалось. Можно добавить немножко вот бирюзового добавить на передний план. Здесь, допустим, больше холодного. Чтобы видно было, что такие холодные тени от вот у нас падают более холодные. Ну, там, может, какая-то листва, как у тебя на фотографии у меня была. А от ягодок вот такой рефлекс более теплый расходится. И по идее вот в этом месте нужно сделать прям такое напряжение тоновое, чтобы эти ягодки туда ушли, а какие-то зеленушка засветилась. Поэтому вот я возьму тоже, раз уж я дымку пользуюсь, то я ее в основу возьму, добавлю туда. Чего добавить-то? Ультрамарин добавлю. Немножко золотистый, чтобы это приглушить. Такое будет смесь какая-то сначала более мутная, и как раз ту ее я сюда проложу в этот угол. И как раз вот эта история про списывание объекта с фоном. Вот я беру прямо вот другой кисточкой немножечко. Как бы списываю эту ягодку вместе с фоном. Чтобы она соединилась и как бы вот связалась и не выделялась сильно. А вот прилегла на него. А это наоборот выделяю, потому что она у нас должна выделяться больше. Так, какой кисточкой? Этой. Макс, теперь немножко промыть надо. И посветлее уже тоже сделать какие-то, может, здесь тоже. Чтобы это было тоже какая-то связь, не полоса. А вот, наверное, в этом углу можно сделать вот так. Этого цвета. Чтобы как-то связано все это было. Даже еще сильнее. Оставляю обязательно какие-то вот блик, например. Здесь немножко я кусочек света оставлю. Потому как игра со светом — это важно. Она дает особую потом загадочность и красоту. Это сюда какие-то работы, где там есть света много, выигрывают. Привлекают. Все любят солнышко. Может, конечно, не все. А, конечно, не все любят солнышко. У меня подруга, например, есть, которая любит дождь.
И картины тоже дождливые и такие приглушенные. Ну, раз солнце рисуем, то давайте его выделять. Я сейчас так обвела, такая водка прям получилась. Но мы на самом деле потом это все исправим последним слоем. Сейчас в целом надо дорешать уже, чтобы удовлетворяло в пятно это, а потом доделаем уже сами ягодки в конце. Так, 13-15, нормально движемся. До двух, я думаю, мы точно успеем. Даже ковыряюсь. Я как кисточку даже не промыла, а вот это, этим фоном где-то в ягодки захожу, то есть дальние, чтобы они, во-первых, темнее станут по тону, где тут не хватает им тона, а во-вторых, свяжутся с фоном лучше. Вот у меня цвет как раз такой же, примерно розовая дымка, это красноватое все, и к ягодкам оно подходит, к тем. Так, ну как у нас тут с пятнами дело обстоит? Вот почему важно фон этот закончить сразу, потому что потом его следующим слоем как бы заходить, конечно, можно в конце. Это надо будет все заново смачивать, как бы проблематично. Хотелось бы, чтобы вот именно фон был решен в один слой и уже к нему не возвращаться. Поэтому я ковыряюсь, проверяю, смотрю. Где-то, может, переборщила, да, опять. Вот эта полоса мне нравится. Вот ее надо разбивать. Оно интересно, конечно, но может сюда добавить тоже контрастно. Получается такая одна диагональная история. Не совсем как-то по композиции это правильно. Тогда вот так сделаем, попробуем, да? Здесь добавить акцентов. Это вот уже поиски. Не готовое решение, когда у нас мы просто перерисовали, а тут в процессе поиски. По идее, конечно, такие поиски нужно делать на эскизе. И это, ну, как раз это на курсах так и будем учиться делать, когда мы на эскизе ищем, а уже потом готовую работу, мы знаем, что куда нам накладывать, и просто ее спокойно делаем технически по рельеф работы. Вот. По идее, конечно, такая работа несложная, это как и есть, как типа как эскиз. Если полноценную рисовать, то надо брать большой лист уже, это да, и там какие-то задачи решать. А это у нас такая пробная. Ну и вот. Поэтому поиски сразу с вами будем вести в эфире. Чин-дин. Залезла. И исчезло мое красивое световое пятно. Я его выбираю. У меня пропало, но мне не нравится, что оно пропало. Может, сюда сделать? Давайте сюда сделаем такую. Посветлее. Выбираю, когда все время кисточку промывают, салфетку отжимаю, потом залазю. Оно, конечно, до бумаги уже не выбирается, но хотя бы высветляется. И можно какие-то вот такие штучки высветлить, пока все влажно. Ну и от бумаги, конечно, зависит. Все-таки это на балахонге удобно это делать, потому что она не деформируется. Я уж не знаю, что надо с ней сделать, чтобы она пошла катышками или как-то деформировалась. Реально надо взять, наверное, щетку и тереть. Потому что вот кисточкой ее не деформируешь, по-моему. Она такая прям жесткая бумага. Так, раскидала. Здесь еще сделаем пятно. Вот солнечный зайчик. Волшебство какое-то хочется. Больше волшебства. Здесь тоже. Так, ну уже так, более-менее, да, вроде? Ага. Голубовато вот сюда. Продолжим. Хватит волшебства. Давайте, наверное, остановимся. Хватит волшебства. Будут уже слишком волшебные. И что мы можем поделать сейчас? Нам, по идее, нужно дождаться высыхания этих ягодок, чтобы стереть маскировку и доработать
какие-то нюансы. Но пока мне тут все подсыхает, я могу поработать аккуратно с листиками. В принципе, это позволяет уже влажность. Если ничего не затекает на них из фона, там нет луж особых, то спокойно можно работать над листиками. Я беру кисточку, синтетику, и навожу себе зеленый поплотнее. Так, я смотрю. У меня здесь это черенок, да, сверху такой поплотнее должен быть. Прям можно красненько вот туда капнуть. Такой красный. Раз, так. И тень у него есть. Такая тень пошла. Тень, она темнее, чем фон даже. Здесь мы все время сравниваем теперь с фоном. Что у нас светлее, чем фон, что темнее, чем фон. Вот это череночек потемнее, чем фон. Потом под листиками какие-то есть такие тоже тенюшки, можно где-то их показать. Так, сюда листик пошел. Зеленого побольше. Так. Так-так, рука моя видно. Перекрывает рука все. Так-с. Здесь немножко подчеркнем. Как бы здесь намного прям светлого сильно не надо. Здесь немножко надо, чтобы угадывался акцент, ну что эти листики, как бы они должны угадываться, но не цеплять сильно внимания много. Потому что у нас вот он главный объект. Если здесь сильно будет все дробиться и цеплять внимание, то мы не увидим нашу ягодку, самую главную. Поэтому здесь так. Я стараюсь ставить по минимуму этих светящихся листочков. Где-то подразмою. Так, аккуратно. И тени, если прокладываю, то списываю их с ягодкой, чтобы они не были, обводка не смотрелись. Это важно тоже. Потому что если просто обвести их по-сухому, то они будут смотреться обводкой. Так, объединим. Ну, возможно, потом по-сухому я, когда все высохнет, проложу какие-то акцентики. Пока мне надо больше объединить все это. Так, чисто кусочки засветились, все. Потом мы это сделаем еще на один раз, когда по-сухому уже. Так, теперь вот этот наш. Этот наш. Зелененький теперь беру, немножко добавляю в него оранжевого. И сейчас сделаем тенюшки, которые вот здесь есть. Такс. Вот так вот здесь тоже внутри потемнее. Вот эта загибающаяся. Она прям с одной стороны темнее, да? Мы ее тоже немножко затемним. Там что-то есть. И вот здесь черенок уходит потемнее с той стороны. Так. Так, здесь у нас листики потемнее. Это смываем границу, чтобы это все не было как бы одинаково. Не было слишком жесткого касания. Я просто сухой кисточкой выбираю границу. Пока можно оставить, потом по-сухому уже да, решать ее. Так, и эту сечь тоже немножко добавлю пока. Здесь кусочек. И здесь. Но здесь у меня фон прям такой влажный, и все начинает растекаться. Поэтому это, наверное, сделаю потом по-сухому.
Ну вот, на этом этапе теперь что нужно сделать? Нужно высушить этот листик и по-сухому уже сделать акценты, доработать там и стереть маскировку. Так как ждать мне очень долго придется, пока у меня высохнет, я высушу его феном, наверное. Ах, либо уши закройте, либо звук я выключу на разок, сейчас выключу. Буду сушить феном. Так что, наверное, мы немножко звук отключим ненадолго. Все, я подсушила. Вы, в принципе, можете дождаться естественного высыхания и как бы делать потом эти акценты. Ну, я же не могу во время урока ждать. По идее, как бы феном сушить, конечно, можно, но не злоупотреблять, потому что многие краски проседают при горячем воздухе. Допустим, есть польза синие, которые прям жухнут сильно, когда феном их сушат именно. Поэтому феном тоже нужно аккуратно пользоваться. Не всегда он достоин, чтобы им сушили работу. Бывает, конечно, удобно первый слой какой-то сушить, когда там что-то светло нанесено. Нужно сразу вторым слоем работать. А вот насыщенные краски он часто глушит, поэтому не всегда. Я посушила, но не знаю, насколько досушила. Пробую сейчас маскировку свою снять аккуратно. Потому что, возможно, вот здесь, например, у этой ягодки, она прям переборщила. Вот я ее снимаю, да, какая-то вот эта вот пятнистость лишняя. Придется аккуратно сейчас подлазить, убирать вот эти лишние крупные пятна белого. Потому что тут они явно большие, слишком крупные. И уже смотрится не как будто блики, а непонятно что. Так, ладно, теперь здесь. Здесь, конечно, сейчас ягодку тоже аккуратно будем завершать, уточнять эти все эти семечки. Немножко, наверное, плоховато просушила, у меня деформируется. Маскировку вообще не сильно люблю, если честно. Я ей пользуюсь очень редко. Ну, в таких вот местах действительно обходить каждый по сухому, каждую семечку, это прям слишком жестоко. Поэтому приходится. И вот тоже, смотрите, она прям это расплылась, что ли, когда я ее накладывала. Она вроде маленькие, тоненькие, такими ложила чисто маленькими пятнышками, а получились такие крупные пятна. Поэтому сейчас надо все это исправлять будет. Так-с. Здесь на самом деле даже можно не убежать. Немножко включаю все. Макс. Она всегда убираешь маскировку, и получается, как будто все вырезанное. Над этим потом еще приходится работать прям плотненько.
Иначе это будет смотреться как аппликация. Так, ну вот, вроде я свою маскировку сняла. И теперь приступим к доработке. Тоже кисть небольшую берем с острым кончиком. И начинаем. Во-первых, вот это вот нам слишком. Не надо нам такой яркости. Можно даже сначала просто аккуратно подразмыть и убрать. Потом взять оранжеватый. И эти оранжевым проложить вот эти где-то пятнышки, чтобы они были немножко оранжевые. Вот так примерно. А потом подсохнут, и я там что-то уточню. Здесь также оранжевым проложим. Такс. Помню, что я специально их не делаю сильно светлыми, хоть они светлее там на картинке, чтобы у меня сюда не акцентировался взгляд. Здесь, наоборот, потемнее. Семечки где-то можно более темненькие проложить с этой стороны. И здесь тоже. Так же, как и тут, будут потемнее семечки. Тоненькими темными мазочками проложим. Проложим так раз-раз. Можно сразу зелененьким подчеркнуть, вывести вот эти уже, как их звать-то, листики. Вот где-то такие блядут. Да, пошел, да. Так. Не сильно много. Вот так. И достаточно. Здесь, чтобы ничего такого сильно не светилось, внимание не привлекало. Здесь можно сразу тоже доработать. Где-то акценты поставить. Внизу я просто ставлю мазочек и отпускаю. Здесь ставлю мазочек и отпускаю. А тут самое важное не вырисовывать от начала до конца одной линии, потому что сразу это будет смотреться неестественно и как бы походить на детский рисунок. Мы когда делаем акценты, их делаем всегда как-то точечно. Можно здесь, допустим, какой-то акцентик дать раз. Пусть завернется. Так раз, отпустили. Где-то так вот. Перехожу на самую главную. С ней еще, конечно, нужно поработать. Мы возьмем в первую очередь, пройдемся. Уже раз у меня темный набран, такой грязно-зелено-оранжевый. Я пройдусь им по здесь, по этим. Как их звать-то, господи, семечкам, которые с той стороны. Во-первых, я им подчеркиваю тени с этой стороны. Вот так. И прохожусь по семечкам, которые более темные. Вот они, как бы продолжение этого ряда. Просто ставлю пятнышки на той стороне. Они тут потемнее здесь у меня. Чтобы семечки были светлые и темные. Здесь подчеркиваю, подчеркиваю. Как бы подчеркиваю тень. Раз с этой стороны тень, да, у семечек тоже она будет с этой же стороны. Вот я подчеркиваю. Здесь прокладываю. Здесь подчеркиваю. Здесь прокладываю. Вот такая штучка получается пятнистая. Если прям слишком, вот мне кажется, здесь прям переборщила я. Можно небольшой редисировкой тут взять такой красноватый. И в целом вот так вот немножко размыть, что ли, потому что не надо, чтобы эта ребристость была прям одинаковая на всем протяжении ягодки. Это важный момент. А у нас даже, когда мы смотрим, все-таки где-то у нас взгляд цепляется за какие-то акценты, а где-то все как бы вот в одну общую массу смазывается. Мы не можем одновременно смотреть на весь объект одинаково. Поэтому даже если здесь можно рассмотреть эти семечки, но они будут не такие акцентные, как, допустим, с этой стороны. Поэтому мы всегда это должны в своем рисунке тоже подчеркивать. Помним, что здесь было потемнее тоже сразу, раз я дошла. Я это потемнее сразу сделаю. Так. Чтобы выделить это место.
И с тенью его спешу вот сюда. И здесь размоем границу. Так, и дальше мы приступим к семечкам, к этим. Они такие тоже теплые. Я возьму светлый, этот оранжевый свой, который использую золотистый. Немножко его разбавлю водичкой. И сейчас нанесу на семечки цвет. Где-то прям беленькие пусть не остаются. Не везде наношу оранжевый. Где-то прям беленькие оставляю. Где-то вот сбоку наношу, чтобы сверху светилось светлым, белым, а вот сбоку был более оранжевым. Потому что сейчас семечки прям слишком крупные, слишком бросаются в глаза. Вот в темноте, да, там прям больше оранжевого. Белого нет в тени. На свету они могут блестеть именно беленьким, а в тени не могут уже. Поэтому одни и те же семечки разные будут по цвету. В тени, в свету. Вот в тени там может что-то оранжевое так светится, и все. Так, можно оставить. А в свету я вот оранжевым подчеркиваю больше как бы только тень. Оставляя какой-то кусочек света на семечках, чтобы он засветился. Вот так. И по всем. Аккуратно прохожу быстренько. Раз, 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 раз. Не надо тут выводить прям такое, чтобы было это все каллиграфическое красоту наводить. Здесь это как бы чем даже движения будут такие более свободные, тем и живее будет ягодка смотреться. Здесь у нас семечка такая будет посерединке оранжевая. Так. Здесь семечку пусть. С той стороны нарисовала, да? Теперь нужно дать вот где-то места, показать, где вокруг семечек небольшое затемнение тоже. Они же как в ямках расположены, вот они светятся, а с этой стороны у ягодки тоже небольшое затемнение. Да что такое? Договариваюсь уже. Затемнение есть. И вот мы берем тоже красный цвет. Немножко можно розового добавить. Да, добавить розового. Да. И даже если мы таким же тоном пройдемся по этим, это будет читаться. Я аккуратно беру кисточкой и прохожусь. Так раз где-то уточняю эту тень. Не везде тоже. Если пройтись прям по всем этим ягодкам таким образом, то будет тоже смотреться как что-то такое неестественное. Поэтому выборочно. Где-то могут быть пошире эти места, где-то прям узенько пройтись. Так. Со стороны тени мы проходим. Как бы обводим где-то ягодки со стороны тени. Так, так. Подчеркивать тень. Здесь может быть. И всегда нужно отходить и немножко смотреть в целом на работу. Насколько нужно еще уточнение. Потому что так как у нас это в целом она по мокрому работа, нам не нужно слишком гиперреализм развивать, неестественно смотреться. Здесь важно найти вот этот баланс. Чтобы как бы уточнения были, чтобы это было придавало, именно они придавали красоту, а не портили работу. Вот, наверное, самое трудное в работе по-сырому найти вот эту золотую середину. Потому что часто либо уточнения выдариваются. Но иногда даже лучше не доделать, чем переделать. Потому что мы можем потом там через какое-то время посмотреть свежим взглядом на работу и какие-то акценты доставить, если их не хватило. А если мы их лишние наставили, то, конечно, исправить будет труднее. Баланс важен во всем. Я даже просто красным этим где-то на зелень тень проставляю, чтобы, во-первых, связалась, во-вторых, тень была лучше. Видимая. Тоже вот здесь раз. Акцентик такой на черенке. Не хватило мне. Здесь тоже можно. Так, сейчас я посмотрю сверху.
Ну, тоже более-менее. Можно здесь немножко рефлекс подчеркнуть. Взять, допустим, этот бирюзовый кобальт. Вообще бы лучше, конечно, какую-нибудь королевскую голубую. Немножко добавить. Она даст мутность. Белильные краски. В конце можно где-то давать рефлексами. Точечно тоже не сильно там злоупотребляю. Но они кроющие ложатся и что-то могут выделить. Вот так. Да, я прокладываю вот именно точечно королевской голубой, и она меня будет рефлексировать такими синенькими холодными пятнами. Не злоупотребить. Вот так примерно хватит. Немножко подсветила ее. Ну, это место тоже большой такой блик. Я его немножко сейчас собью. Возьму оранжевый просто и немножко его светлым-светлым цветом. Разобью, чтобы он не был сплошной массой. Примерно так. Ну и можно вот здесь где-то подчеркнуть прям тень возле ягодки. Взять, что мы там брали, нашу грязную лужу с розовой дымкой и чего там мешали мы с ней. И аккуратно вот здесь немножко подчеркнуть тень. Так, в одном месте хотя бы акцент такой сделать. Я тоже так вот размою аккуратно. Таким образом сразу она появилась, поматериальнее легла. Ну, до конца не надо подчеркивать, только вот, допустим, одно такое конкретное место. И дальше, что, в принципе, да, с этой ягодкой. Причем пару акцентов, да, здесь, и, в принципе, с ней можно заканчивать. Не хватает где-то таких точечных акцентиков возле ягодок. Теперь красным еще вот здесь не хватает вроде как. Выделяются уже бородавки, да? Не знаю, как на камере, но я вижу. Объемные стали эти семечки выделяющиеся. Ну все, ладно, хватит. Не буду я тут вдаваться в реализм там сильный. Иначе это уже будет не по-мокрому, легкая акварель. Так, дальше к этой ягодке возвращаемся. Здесь немножко мне надо приглушить вот эти, уменьшить вот это мельтешение где-то. Так, главное тот же тон набрать светленький. Я его просто уберу лишнее мельтешение, чтобы это было точечными такими мазочками, светлым цветом, очень светлым. Прохожусь и убираю лишние вот эти блики, которые прям крупные из-за маскировки образовались. Такс. Они маленькие должны были быть, они у меня прям какие-то крупные. Текс. Тут немножко убрала, хватит. И может серединку еще красным чуть-чуть доработать. По-сухому прям сделать такой акцент. Так, и сюда прям, ну, чтобы такой штрих был прореженный. И вот эту штучку так тоже здесь прям так, оп. Вот, серединка стала активнее. Теперь доработать зеленушку. Тоже такими мазочками. Прошлась мазочек, отпустила. Я сильно не смотрю тут, как она идет. Примерно, потому что, во-первых, она тут засушенная у меня. На референсе сильно не посмотришь.
Во-вторых, когда вот такой стиль в целом такой влажный и не слишком гиперреалистичный, то и не стоит там, допустим, только такая не сильно проработанная ягода и сделать проработанную ей листик, это будет тоже странно смотреться. Все должно быть гармонично. Немножко больше оранжевого капа. Так. Здесь тоже. Где-то, если они там закручиваются, как-то так интересно, это можно прямо вот так вот дать аккуратно такими. Каллиграфией это, конечно, сложно назвать, но какими-то такими червячками тонкими. Будет забавно. И как раз сухость передаст. Можно прям красным сюда капнуть в эту темную сторону, где у нас там затенение зелени. Ну, я прям сделала, да, прическу ей. И последнее, чтобы я сделала, немножко еще вот край вернуть. Так, аккуратно его. Тоже напряжение вот в этом месте дала, но не до конца. Если до конца проведу, будет тоже лишнее. Пусть она где-то здесь растекается, и это круто. Потому что как раз такие вещи делают акварель акварелью. Что есть напряжение и есть расслабление. Напряжение, расслабление, как везде. В акварели это прям важно. Да не только в акварели, вообще в любой живописном материале. Еще эту каплю. Аккуратно. Центрально. Ну и все. Я считаю, что мне можно уже и завершаться. Сколько у нас время? 13:47. Ну все. Короче, я закончила. Кто-то тут со мной еще есть? 6 участников. Смотрите. Чат открою. Красотища. Ой, спасибо, Антонина. Ну что, девочки, как у вас дела? Рассказывайте. Наверное, сейчас покажусь. Мама. Со своим этим журавлем. Кто-нибудь что-нибудь рисовал? Покажите, я вас вижу. Если кто-то рисовал, можете показать свои работы. Можете потом. Присылайте в группу. Так, ага, вон, вижу, вижу. Вот, уже что-то интересное. У вас прям такие эти, по крайней мере, через экран такое передал такое свечение холодное. Ну, девочки, спасибо, кто сегодня со мной порисовал. В этот субботний теплый день, это прямо у героя. Провели его за творчеством, а не за гуляниями. Очень была рада всех видеть. Что мне надо делать, Аня? Лена, спасибо большое. Да, ничего, сейчас я завершу трансляцию. Спасибо за живописный урок, за клубнички. Всем хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока всем.